Кто это, Ивась? Юмичу очень заинтересовалась достать и понюхать. Воспринимают ее как игрушку. Гипноз. Привет. Киса Алиса как будто не видит бабочку. Она уже начинает вырываться. У кошек гораздо более быстрая реакция. Алиска, конечно же, прыгает. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут сегодня мои собаки. Вы, наверное, по ним уже соскучились. А также скоро тут появится киска Алиска и необычные питомцы, которых мне подарили. Это бабочки, про которых было последнее время много роликов. Я сегодня хочу попробовать показать собакам и кошке бабочку. Но я, конечно же, предполагаю, что у кошки первая реакция будет достаточно агрессивная, так как у нее охотничий инстинкт, и она может захотеть бабочку поймать, поэтому я никому не рекомендую это повторять, но я сделаю это крайне аккуратно, чтобы ничего страшного не произошло. Я, например, когда снимала видео на свой канал Энни Мэджик, и у меня на плече сидела бабочка, по-моему, Юми на нее не особо отреагировала. Ну, вот сегодня мы и посмотрим. А вы подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые ролики. Я буду знакомить питомцев с бабочкой по имени Ева. Это парусник Румянцева, которая родилась последней, и она у нас бабочка-гигант, самая крупная. Парусник Коцебу по имени Редди у нас ядовитый, и он опасен для животных. Я, конечно, понимаю, что никто ни в коем случае его не съест и не нападет на него, но все-таки я не рискну этого делать. Аморфа у меня уже достаточно давно, и, как вы знаете, грустно, но бабочки живут всего лишь от 2 дней до 2 недель, и морфа сейчас уже не в самом лучшем состоянии, но я об этом расскажу в отдельном видео о бабочках. Ну и да, у нас осталось еще 2 куколки, которые до сих пор не вылупились, и это парусник Леви и просто офигительная бабочка-гигант Сова или Калиго. Бабочка-сова стала немножко другая. Она потемнела, как будто разделился немного кокон. Вот эти вот серебряные точки, глазки у нее по бокам стали намного ярче, а крылышки, вот эти части, наоборот, темнее. Мне кажется, она скоро, совсем скоро вылупится, ребят. Да, точно. Она шевелится уже и чихает, как предыдущие бабочки. Куколки можно иногда держать в руках, главное не сжимать их, не повреждать никак. Ну вот так вот приобнимать их легко, пальцами можно. И пока вчера эти 2 пупсика стояли на стриме, и, к сожалению, никто из них не вылупился, я уезжала в одно невероятное место, ребят. Мы нашли в лесу, прямо в лесу, огромный, просто гигантский замок, дворец, старинный. А еще я там нашла дневник каких-то подростков. В общем, это невероятное было приключение. Я ролик сняла на свой канал Энни Мэджик, ссылка будет внизу. Он очень длинный, там 30 минут, потому что это было просто гигантское здание, и там столько всего происходило. Короче, потом пойдите и посмотрите. У нас, к сожалению, выключили свет. Я надеюсь, нам не помешает это снимать ролик дальше. Так вот, я, конечно же, буду снимать еще полностью ролики только про бабочек, потому что мне действительно есть чем с вами поделиться, рассказать свой опыт и грустные какие-то печальные истории, и что-то интересное, тем более у нас еще есть 2 куколки, которые скоро родятся. Но до того, как мы начнем, ребят, я очень хочу поделиться с вами несколькими радостными новостями от нашей Magic Family, волшебной семьи. Мы с вами сможем встретиться 5 мая на выставке Евразия в Москве. Я буду находиться там с утра и где-то до после обеда. Мы сможем встретиться, пообщаться, пофоткаться. Увидимся 5 мая. Я всю информацию либо оставлю в описании к видео, либо ищите просто, где проходит эта выставка Евразия, и мы уже там с вами найдемся. Ну и плюс я в Инстаграме что-то напишу, предупрежу вас заранее. И вот как раз по поводу праздников весны, скоро у всех каникулы, скорее всего, и вообще, поэтому я хочу вас обязательно предупредить. Мы тоже сейчас уже начинаем ходить гулять со всеми питомцами, и скоро я поведу на улицу и киску Алиску гулять, поэтому, ребят, будьте, пожалуйста, аккуратнее. Вы сейчас, скорее всего, все со своими животными поедете куда-нибудь на дачу, на природу, ну, короче, вы поняли. У меня есть очень много роликов на канале о том, как подготовиться к подобным поездкам. Нам дали свет, так что, ребят, пожалуйста, посмотрите обязательно
эти ролики о том, как ухаживать за питомцем летом, что нужно взять с собой в дорогу, в путешествие, в поездку. И обязательно не забудьте ни в коем случае, сейчас безумно опасные времена, обработать своего животное свое от клещей, блох и так далее. Сейчас есть капли и всякие разные другие препараты, прежде чем идти на улицу, обязательно обработайте. И не забывайте, что препарат работает не так, что вы обработали и уже можно идти. Еще нужно 3 дня переждать, то есть это нужно сделать заранее перед каникулами, праздниками. И, конечно же, заранее обязательно с собой взять еду. То есть я, например, вот закупилась на майские праздники, потому что я знаю, что многие совершают такую ошибку. И у меня лично был такой опыт, когда вот наступили праздники, многие компании просто не работают, и вы не можете нигде, особенно в поездке, купить своему животному, кошке или собаке, или кому угодно, корм. А еще по поводу 5 мая, вот у меня есть тут кое-какой намек, но я не буду ничего рассказывать. Так вот, те, кто кушают наш корм Platinum, который мы кушаем, есть тоже веселая, прикольная новость. Это на кормах сейчас есть вот такие вот наклейки Magic Family со всеми 4 собачками и моим личным автографом. Я прямо от руки его подписываю. Я пишу тут не только ням-ням люблю, но и самые разные пожелания. Это вот такие вот наклейки. Уже была такая эксклюзивная партия, но ее всю раскупили, поэтому мы сделали еще. И адреса магазинов в вашем городе, где можно купить, вообще где найти такой корм именно с этой наклейкой, я оставлю в описании ссылочки на группу ВК Platinum, на их инстаграм и на сайт, и там будет скоро список, где найти именно эти упаковки с наклейками. Кстати, ребят, ставьте лайк этому видео, если вы хотите посмотреть наши эпичные влоги с каникул майских, о том, как мы гуляем с собаками, кошкой и вообще. Я буду знакомить их по одному, чтобы не произошло ничего непредвиденного. Кто это, Ивась? Бабочка? Да? Реакция Эйвена была достаточно такая. Он просто посмотрел и ушел. Судя по реакции Эйвена, собаки, скорее всего, не будут нападать на нашу малышку. Это бабочка. Так, лизать нельзя, просто понюхать, Юми. На бездвижную бабочку, скорее всего, внимания никто не обратит. То есть она не шевелится, и поэтому Юми. Вот и Миша пришла посмотреть. Смотри, кто это? Это бабочка. Миша скорее испугается бабочки, чем будет на нее обращать внимание. Да? Это бабочка? Софи смотрит на это с небольшим непониманием. Юми так и норовит лизнуть, как всегда. Ей все нужно попробовать на вкус. Нет. Собаки практически не запускаются сюда, в эту комнату, и они, скорее всего, не понимают, почему, что происходит. Кто там такой живет, что почему нам сюда нельзя? Софи, что? А что ты облизываешься? Ты что? Попробовать ее отпустить полететь, чтобы ребята заметили, что она шевелится. Юмичу очень заинтересовалась тем, что Ева полетела и села на штору. Да. Что это за зверь такой? А Софи пытается до нее достать и понюхать. И понять. Юмичу пытается достать до нее, но не достает никак. Я выбрала такое положение, в котором ты просто не достанешь. Я не успеваю никак заснять, как Ева улетает куда-нибудь, потому что очень нужно быстро камерой двигать. Давай, Евусь, садись. Вот. То есть нельзя сказать, что реакция собак какая-то агрессивная. Скорее, они не понимают, что это. Юми нет. Софи. Давай. Но когда она начинает махать крылышками, она, конечно же, их интересует, особенно Софишу. Что это было, Юмичу? Воспринимают ее как игрушку. То есть не как жертву, а скорее хотят с ней поиграть. Даже нельзя сказать, понимают ли они, что это живой объект, Юмик загипнотизирована, или... не отличает ее от игрушки. Юми, гипноз? Юми загипнотизирована бабочкой. Эйвен там мячик грызет, Миша просто лежит, да? Ну все. Вот такая была неоднозначная реакция у собак, и я не уверена, что в живой природе, без моего такого вот сильного контроля над ситуацией, они бы просто не уничтожили бабочку. Привет. Кто урчит? Киса Алиса как будто не видит бабочку, когда она не шевелится, не воспринимает ее. Кто там? Там Морфа был? Так.
Так как там кто-то зашевелился, Морфа или Коцебо, Алиса очень хочет туда. Она не обращает внимания на Еву, она ее не видит. Все, Алиска прямо рванула лапой, она уже начинает вырываться, я ее очень крепко держу. Она, конечно же, хочет кого-нибудь поймать. Ева полетела и села на штору. Но достаточно высоко от Алисы, я проследила за тем, чтобы она не сидела внизу. У кошек гораздо более быстрая реакция. Но при этом, когда бабочка не шевелится, Алиска не так ее воспринимает, как какую-то добычу. Только так мы можем познакомиться. Алиска, конечно же, прыгает, уже облизывается. Алис, что будет, если познакомить Еву с муравьями? Я думаю, либо они ее проигнорируют, либо начнут на нее армией своей нападать, чтобы съесть ее и сделать заготовки на зиму. Ужас. А если познакомить ее с хомячком, например, Рики, ну, либо он тоже ее проигнорирует, либо начнет, например, защищаться. Хотя я не уверена. Знакомить домашних бабочек с кошками, собаками, тем более кошками, не надо. Пусть все живут дружно по отдельности, это не тот случай. А вы переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах. И скоро будет новый, очень эпичный ролик про бабочек. И увидимся. Пока! Ев, ну лети!